Очередное золото в копилку Ульяновского физкультурного спортивного техникума Олимпийского резерва. Вот только на этот раз золото не в медалях, а в годах. Свой полувековой юбилей учебное заведение отметило в самой теплой и дружеской обстановке, собрав лучших спортсменов, ветеранов, студентов и педагогов в одном зале. Достаточное количество спортивных залов, ФОКов, спортивных площадок. И вот как раз наш техникум физкультурно-спортивный готовит специалистов для работы именно вот в таких спортивных учреждениях. Я думаю, это правильно. Специалистов техникум готовит действительно первоклассных. За 50 лет своей работы техникум Олимпийского резерва, ранее настоящее название физкультурно-педагогического училища, подготовил порядка 5000 специалистов в области физической культуры и спорта. Серьезные спортсмены, мировые и олимпийские чемпионы, лучшие тренеры. Те, кто еще совсем недавно пришел в спорт, и те, для кого спорт – это целая жизнь. Ну, вы знаете, это жизнь души, это внутри человека, когда, если он уже спортом занимался с юности, это остается на всю жизнь все равно. Это поддержка, жизненная поддержка, энергия спорта. Даже смотришь, когда кто-то занимается, до слез просто душа вкладывается во весь спорт. Любой вид спорта, кстати сказать. Сегодня среди студентов техникума 3 мастера спорта международного класса, 17 мастеров спорта России и более 50 кандидатов в мастера спорта. Всего в учебном заведении обучаются почти 400 студентов, каждый из которых уже имеет свою спортивную историю. На данный момент спорт для меня – это все, это жизнь, потому что я тренируюсь там каждый день долго и не вижу себя без спорта. Я мечтаю стать будущим олимпийским чемпионом. Рената Минибаева тоже мечтает стать олимпийской чемпионкой. Юная девушка занимается вольной борьбой. За ее плечами уже немало побед, хотя в спорт она пришла совсем недавно, всего 3 года назад. Ты начинаешь заниматься? Тебе уже, например, 5 лет ты пошел, 10 лет тебе уже надоедает этот вид спорта, все одно и то же. А когда я пришла, у меня глаза горели, я все хотела делать, везде на соревнованиях хотела поучаствовать. Поздравить юбиляров приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. И, конечно, как и принято на праздник, он приехал не с пустыми руками. Позвольте мне передать небольшой вот такой подарок, но еще достаточно, чего небольшой, приличный, вот сертификат на сумму 6 миллионов рублей. Сертификат на сумму 6 миллионов рублей вручается Ульяновскому физкультурно-спортивному техникуму Олимпийского резерва. Также Сергей Иванович вручил почетные грамоты лучшим сотрудникам спортивного учреждения и пообещал, что в 2018 году начнется большая программа по реконструкции техникума. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.